Друзья, всем привет! Вы находитесь в магазине Автокаста. У нас всегда весело, позитивно. Ну, вы это все знаете, наши постоянные зрители, вам пятерочку. Кто первый раз смотрит, ребята, вам вот такую пятерочку. Всем бодрячка, позитива. Сейчас на дворе март месяц. Это Челябинск, это самый классный город на планете. Ну, утрирую, конечно, есть лучше, но Челябинск тоже здоровский. Все, всем привет, вся Россия, привет, давайте. Собирайтесь, настраивайтесь, будет очень-очень весело, будет вообще классно. Что сегодня расскажу? Мы начинаем видео, потихонечку вам рассказывать вообще о деятельности нашего магазина, чем мы занимаемся, что делаем. И сегодня в видео мы затронем немножечко бренд Момо. То есть Момо бренд, это бренд находится, ребята занимаются на юге России, по крайней мере в Махачкале. То есть есть как бы основной представитель, с которым мы по крайней мере работаем. То есть ребята стараются, делают неплохие вещи, сейчас расскажу, почему они неплохие. Что-то есть плюсы, что-то минусы, но я вам расскажу про модельный ряд, расскажу свои, как бы, ну, свои положительные стороны и короче, смотрите видео, будет все ништяк. Погнали. Ребят, что есть в линейке Момо? В линейке Момо есть акустика. По этой акустике что-то негативного сказать нельзя. Объясню почему. Потому что из всей проданной линейки нарекания имеет, ну, вообще минимальная масса как бы вещей. То есть по акустике вообще все клево. Все динамики достойные, есть модели хиты, модели легенды и так далее. Давайте по порядку. Начнем с самых простых. Здесь 16-х динамиков сейчас нет, закончились. Это моделька HE610, но покажу вам 810-й. Сделали вот такие коробки, модельку немножечко поменяли, изменили. Был здесь металл, как бы, ну, не с позолотой, обмедненный якобы. Сейчас все черное, все вот так просто, без всяких наклеек. Объясняется это тем, что нафиг это нужна наклейка, то есть, ну, пускай будет все так, все просто, все звучит. Цена недорогая у динамика, вот эта моделька 810, играет достойно, за там 2 с чем-то тысячи рублей они себя зарекомендовали как одни из неплохих динамиков за эту стоимость. Единственное, что в коробке ничего больше нет, каждый динамик находится в своей коробке, вот, за 2500 это серединка неплохая. Вот, по заявочке они играют от 100 Гц, но от 125 их желательно слушать. Вот. 120 номинальной мощности, 240 максималки. Уже что-то приближенное к реальному. Потому что раньше было на коробках огромная, ну, как сказать, указана огромная заявка, которая, в принципе, не соответствовала, на мой взгляд. Следующая модель из 20-х, это моделька Момо 815А. Хиток, легенда. Когда девбонсы, динамики от Альфард стоили 6,5 тысяч рублей, Апокалипс Момо стоили, и сейчас они стоят 4,5 тысячи рублей, за эту стоимость, ребят, это просто офигительная середина. Достойная, громкая, чистая, вообще прям класс. Вот корзина, про которую я говорю, объединенная корзина. Вот, по информации ребят, это для того, чтобы лучше был отвод тепла. Сколько здесь меди, непонятно, может быть и нет, но, скорее всего, это так. Вот такие вот клеммы удобные, то есть через которые можно подключить еще несколько пар динамиков. То есть сюда привязываете основные акустические провода и от них подключаете. Большой магнит, большая катушка, по ним тоже нареканий практически не было. Ну, из всей проданной массы 1-2 динамика, возможно, выходили из строя. Так, это очень надежная, клевая, громкая середина за, ну, меньше, чем 5000 рублей. То есть за эти деньги я рекомендую их выбирать в двухполосную и в трехполосную систему. Кайф, динамики хороши. Единственная коробка, но мы пакуем клево, но бывает вот по коробке бьют в процессе транспортировки, бывает корзина заминается. Блин, мне эти случаи попадались, они немножечко напрягают. Следующая новинка того года, того там, этого года, я не знаю как назвать, но они недавно вышли относительно, то есть модель 816. Это неодимовые динамики с неодимовым магнитом, то есть имеют легкий вес. Вот, друзья, если сравнить, ради интереса, вот есть динамики Armada Neo, которые имеют вот такой вот неодимовый магнит, который здесь практически не чувствуется, я не знаю, сколько здесь неодима, то здесь неодима очень много. Эти динамики яркая, громкая середина, офигенная, выдержат много мощности, 100%. Вот. Они стоят по ценнику 7600, рекомендованная цена, эти где-то 6500. Вот. Но эти динамики действительно по заявке, по номиналу намного мощнее, намного больше. Продано их немного, продавали мы пока, но кто их брал, ребята, в принципе, довольны. Динамики стоят своих денег. В коробке по две штучки, такая коробка, гарантийный талон, пакетики, больше ничего нет. Все бумага, ребята заботятся об окружающей среде. Вот здесь, если сейчас я вас не обману. Короче, на каких-то коробках нарисован даже мишка. Типа экологически чистые материалы коробка. Ну, для кого-то это плюс, кто любит экологию, звуковики такие есть, поэтому это, я думаю, что хороший плюс. Дальше, легенда, хит. Друзья, я смотрю на вас, я никуда не ухожу. Сейчас буду открывать. Это легенда, это хит динамиков из низкоиграющей середины. Это просто супер. Они шлепают только так. От 80 Гц легко. Вот такая вот, такой огромный неодимовый магнит, вот такой диффузор. И они играют от 80 смело Гц, не вопрос. То есть шлепают, панч от них самый офигительный.
То есть у нас на соревнованиях ребята с ними приезжали, по замеру фронта они тоже отыгрывают великолепно, дают очень хороший результат. Это 817 модель, 7600 рекомендованная розница, конечно, скидочки по клубным картам есть, вот, но их советую рассмотреть, если вы ищете что-то очень-очень низкоиграющее из 20-х динамиков. Они того стоят 100%. Все, ребят, погнали. Модели 20-х рассмотрели. Момо обязательно к рассмотрению при выборе фронта 100%. И теперь расскажу я вам про модельки из линейки по размеру ниже. Единственный пока, ну, по крайней мере, из недорогих представителей, кто делает классные эстрадные 13-ки. Сейчас уже выпустили Урал. Я видел, Армада появилась, Булава 13-й. Но по сравнению с ними те играют вообще никак. Вот такой вот увесистый весомый магнит, такие 13-е можно использовать в штатном месте. Великолепная, клевая середина. По заявке у них 100 номинальной мощности, 200 максималки. Действительно, это так есть. Вот, не пишут, от скольки они играют, но где-то 125 Гц, я думаю, их устроит. Такие 13-ки, кто хочет эстрадку, но, допустим, не хочет делать подиумы в автомобиле, Момо 600, Момо 130, это офигенно классные. Цена у них 1900 рублей пара всего. То есть за эти деньги это вот так. Дальше сейчас расскажу про еще две модельки, которые тоже покоряют сердца звуковиков. Это моделька HE715. У них в модельном ряду есть моделька А. А имеет запас мощности и вот такой здоровый магнит. То есть по мощности они больше. Моделька 715 и 715S. Отличие у них в размере динамика, в его посадочной глубине. 715S, как я подразумеваю, это называется small, скорее всего, то есть маленький small, возможно. Вот так он выглядит, вшитый подводящий в диффузор, все четко. Ну, классная середина. Вообще сейчас, тем более, цену понизили, по цене 2,5 за пару эти динамики можно назвать хитом. За такие деньги, с такой заявленной номинальной мощностью динамиков практически нет. 270 номинал, 480 максималка. Ну, наверное, я поспорю с этими показателями, но с учетом того, какая у них магнитная система, я думаю, большую мощность они выдержат 100%. Это вот получается S-ка и 715A модель. Моделька 715A, смотрите, какой офигительно здоровый магнит. То есть тут мощности они выдержат, я думаю, ватт 200 точно, но это нужно усилитель к ним соответствующий взять. Я сейчас вам о нем конкретно расскажу. Это 715A. Дальше смотрите, что тут. Тут у нас фиолетки. Фиолетки, ребят, не поверите, за 4900 рублей. То есть легендарный фиолет, которые были P-Audio сначала, потом у Loud Sound у ребят были, да и много кто сейчас такие начал делать, потом были у Pride вроде бы. Короче, вот, Momo Violet, очень громкая, прям режущая ухо нафиг середина. Кто хочет громко, пожалуйста, их 4900. Раньше за 12 тысяч, за 9 покупали. Сейчас вот за такую цену вполне достойный вариант. Фиолетки с индивидуальным своим размером есть всегда в наличии. Потом Момохи взяли, поняли, что неодимовые динамики пользуются спросом, они действительно чисто красиво играют. И вышла вот такая моделька, называется 717.2. Это также неодимовый динамик, это уже не фиолетки, это уже более чистое звучание, вот такой неодимовый магнит. Такой динамик, чистая, красивая середина. То есть все динамики играют, честно скажу, по-своему, то есть какие-то на одних треках играют так, на других так, но вы имейте в виду, что необходимо учитывать и вашу магнитолу, потому что если вы имеете плохой аппарат, то какие бы динамики не поставили, какой бы усилитель, играть будет не так уж клево, как вам хотелось бы. И хотелось бы мне затронуть еще у Момо это компоненты. Вот такая шикарная модель компонентов, поставили несколько таких динамиков, таких пар, блин, классно играют. То есть это вроде бы эстрада, но они играют всю, ну, всю полосу практически. Такой вот офигительный диффузор, ну клево, выглядят офигительно. Такая пуля, то есть, ну, тут 90 получается у них, сейчас я вам точно скажу, 70 RMS, 140 максималка. Все по-честному. Такой вот диффузор, то есть они отыгрывают, в принципе, все частоты. Ну, рекомендация это от 60 Гц играть, но от 80 смело будут играть. Причем в таких динамиках, ну, вроде недорогого сегмента, вот такие полноценные кроссоверы идут. То есть через кроссовер подключается динамик и пищалка. То есть он достаточно, можно их от магнитолы слушать, а желательно, конечно, с усилителем, будет здорово. Все, динамики убрал. Ребята, все приезжайте, у нас вот такие наклейки автокаста. Кто заметил, у нас изменился немного логотип. Машинка стала вот такой, ну как он везде у нас здесь. Поэтому наклеечки автокаста всегда бесплатно, всегда у нас в магазине. Дальше, быстро про модельный ряд, это усилки. Смотрите, вот коробка, соответственно, лежит в нем такое же чудо, такое же маленькое. Это широкополосный моноблок FR500. На любой сабик подойдет, на фронтуху можно на одну сторону использовать, такой же на вторую. В коробке, к сожалению, нет усилителя, его мы сегодня продали, они закончились и в пути. Поэтому этот усилок вы можете лично посмотреть у нас в магазине. Они придут скоро.
Вот. Хотелось бы озвучить несколько интересных вещей, таких как хиточек MoMo 4200. По усилкам скажу сразу, у MoMo такая ситуация, что они постоянно экспериментируют с заводами, как озвучивается, поэтому бывает качество сборки хромает. То есть комплектующие там дорогие, классные, все четко, но качество сборки бывает не такое бы хорошее, как хотелось бы, и бывают какие-то нарекания, то есть в плане то один канал не работает, то второй, но это все устраняется быстро очень, ребята все довольны. Вот такая мощь MoMo 4200, ценник 9600, за такую мощность, в принципе, в таком ценовом диапазоне усилков-то особо нету. Возьмем там Pride XL, он будет стоить 12 тысяч, Alphard будет стоить 12 тысяч, Dynamic State будет стоить 12 тысяч, а MoMo 4200 будет стоить всего 9600 рублей. Усилок проверенный нашими ребятами, все, кто ими пользовался, все довольны, мощность свою выдает по заявке. Поэтому эта моделька за недорогие деньги для мощных систем будет достойным вариантом. И сейчас у меня напоследочек осталась очень шикарная модель. Сейчас вам покажу. Это вот такой вот широкополосный двухканальный моноблок MoMo 2x1500. Ребят, это просто бомба. Вот такой вот кабель, такой регулятор с вольтметром идет. Насчет сборки. Блин, ну вот мы их продали уже штук, наверное, 8. Вот, ребята, кто пользуется, все довольны. Вот. Но сегодня вот Виталя позвонил, клиент говорит, что-то у него вот с ним какая-то проблема, сейчас мастеру отвезет, посмотрим. Не знаю, может быть проблема в подключении или все-таки что-то в усилке, но по крайней мере, как они выглядят и как они показали себя на тестах, это офигеть. То есть это усилок один на весь громкий фронт. У вас там будет 6-8 пар громких динамиков, неважно, вы усилком одним можете все эти динамики запитать. У таких усилков еще и производителей, кстати, как нет, были, но вот... Именно такой он первый у MoMo мощный. И сейчас выходит еще Урал. 2x1200. Тоже у нас будут в наличии, как идут в Урал. Все, ребят, про MoMo-шечку вам рассказал. Друзья, давайте, минутка юмора, как обычно от автокаста. Давайте анекдот, все просто. Одесса, маленького 10-летнего мальчика Моню судят за то, что он приставал к домработнице. Мама его защищает и говорит, товарищ судья берет писюн Мони в руку и говорит, как вы можете подумать, что вот этот мальчик вот с таким вот писюном может приставать к домработнице? А Моня маме шепчет на ушко тихонечко, маманя, не теребите писю, а то проиграем дело. Все, друзья, анекдот для вас. Кому смешно, смейтесь, кому не смешно, не смейтесь, неважно. Всем пятерочку, давайте, это Челябинск на связи. Пока-пока.